Состоит сетап оборудки на свет. Вот смотри, он меня не видит, а я его вижу, видишь? Вот она тебе и шумка. Вот тебе и шумка. Сейчас может высветить, видишь, начал кататься. Блять, как вы, сука, Outland, он катается в свете, вылазит наверх. Как вы его не обстреливаете, я не понимаю. Потом, блять, будут удивляться, а чё у вас колесо слилось. Повредил гусеницу. Противник обнаружил нашу машину. Ой, хорошо, лянь. Добрали этого, скажи, добрали колесо. Сейчас буду пытаться проходить, отсвечусь. Хоть КД 12 секунд. О, гриль понял, что дело. Дело пахнет керосином, да? Знаешь, чтобы какая-нибудь стерва там не осталась в кустах. Вот она. Вот ее я и боялся. Тут видишь кусты, где ниже, где дырочки и... Ну, может, могла высветить. Тут, короче, чтоб кто не в курсе, как делается, вам надо, чтоб сдохли ЛТшки. Вражеские ЛТшки на этой карте. Все. Потом, если нету какого-нибудь упаранта на СТшке или вот на ПТ, да, вы тут как рыба в воде себя должны чувствовать. В СТшке, видишь, на КД, поэтому ее не обстреляли сейчас. ОМОН до последнего не светился, видал? Прям я чуть ли не в круг рентгена, смотри, я уже к нему попал. И... Проджетик сюда летит, лянь. Проджетик сюда летит. Меня ж еще найти надо, понимаешь? А найти это попасть в мой круг рентгена. Ну. Тут сейчас на арту надо ждать, чтобы арта его просто пепелила, испепелила. Отлично, минус. Так, тут Грыша был. Чтобы я на Грышу не нарвался. А вот он, Грыша.
обнаружен. Главное, чтобы 140 сейчас еще не психанул. В принципе, тут уже похеру, но все равно. Чтобы не психанул, пацанчик. Давай доберу уже самого. Враг уничтожен. Отделение повреждено. Точность стрельбы снижена. Поехал за артой. Да, по мне видал, мстит. Они понимают, что катка слита на мне. Цель захвачена. Пробил. Есть отставить цель. Катка слита этот, скажи, из-за меня. Цель и захвачена. Этот мстит видел, пытается в спину там кидать. Пробил. Блять, вот это F. Бля, он до сих пор меня целит, прикинь, этот Вася. До сих пор меня целит, прикинь, на 140. 12500 на света, нормально. А тут, ну тут больше будет, проверяй. Я за тобой приехал, дядь. 12,5, а сейчас можем глянуть. Тут может и 13-14 тысяч быть на света. Иван Абросимов, привет, Димон, привет. Так, Адис, привет. 436. Ну, инструкцию ставь на забоны. Инструкцию ставь забоны на этот, скажи мне, на колесо. Так, 14158. 14158. Там просто, кто не в курсе, опять же, как это работает. Там, когда кто-то отсветился, вот. По твоему засвет, ну, твой засвет был 140, видели, от арты сразу же прилетело, он только-только потух, это все тебе идет тоже там, я не знаю, сколько там еще, секунда или сколько, или пол, еще на тебя работает это все дело. 14 косарей на света, нормально. Нормально, нормально, пойдет. 1400 опыта, 1100 урона, пойдет, нормально получилось, да? Так, полетели.